В Якутии активно развивается IT-отрасль. Сегодня официально в республике зарегистрировано более 300 компаний, которые так или иначе имеют отношение к этой области. За последние годы в ней появились свои флагманы. Заметных успехов добились группа компаний Синет и компания Майтона. Но, по мнению экспертов, пока IT-отрасль недостаточно систематизирована и развивается хаотично. Сегодня остро стоит вопрос нехватки кадров. И хотя ежегодно в республике выпускают около 120 IT-специалистов, их число не отвечает сегодняшним запросам компаний. Уже не первый год рассматриваются возможности создания IT-академии, однако пока это всего лишь идея, которая требует немалых затрат. Существует проблема с интернетом. Дорогой интернет для юридических лиц. Таким образом, когда молодая IT-компания хочет начать что-то сделать, да, даже быстро, ну, на стадии разработки идеи, может так получиться, что дорогая стоимость интернета, она может вообще остановить всех от этого, да? Потому что для IT-компании нужна скорость, ну, 100 мегабит в секунду, да? Это стоит 100 тысяч рублей. Это может оказаться дороже, чем арендная стоимость аренды офиса. Ну, конечно, в такой ситуации это будет просто блокер. И в общем целом это в данный момент блокер для развития информационных технологий.